Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Мехди Брагими Вафа, и мой экстрагороскоп на период с 1 по 15 марта. Наступила весна, пусть пока только на календаре, но это уже хороший повод для настроения. Обращаю ваше внимание на то, что предстоящие две недели станут для во многом решающим в этом году. В большой степени это касается представителей воздушной и земной стихии. Поэтому советую прилагать большие усилия на пути к своим целям. Начало марта – период внезапных событий. Энергия обновления будет способствовать не только в делах, но и в личной жизни. Советую всем сосредоточиться сейчас больше на материальном. Рекомендация по личной жизни. Избегать ситуации выбора, потому что есть вероятность совершить ошибку на эмоциях. Финансовая сфера. Не советую тратить крупные суммы, вкладываться и рисковать в период с 4 по 11 марта. К подаркам на 8 марта это, конечно, не имеет отношения. Радовать близких людей нужно и важно всегда, независимо от чисел и дней недели. Поэтому отдельно обращаюсь ко всем, будьте внимательны к своим близким. Старайтесь находить время и возможности подарить радость. Женщина – это не просто слова, это источник жизни и стимул. Цените ваших женщин, любите их, а в основу не стесняйтесь говорить самые добрые слова и дарить самые красивые букеты. Особенно тем женщинам, которые любят вас искренне. Вернемся к советам. Для юридических процедур лучше подойдет время ближе к середине месяца. И что касается диеты. Организм важно поддерживать в период между сезонами. Советую употреблять больше сезонных продуктов питания. Это швель, редис, авокадо, куриная или говяжья печень помогает, конечно, вернуть силы организму и бороться с авитаминозом. Также уделите внимание куриным яйцам, особенно домашним. Личный совет на первой половине марта. Овен. Для вас начало марта будет благоприятным. Особенно первая неделя. Получится решить ряд материальных вопросов. Секрет вашего успеха будет зависеть в первую очередь от внутреннего баланса. Я советую стараться находить во всем баланс. Если много поработали, старайтесь больше отдохнуть. Если кто-то разочаровал или расстроил, найдите время на общение с теми, кто поддержит и поймет вас. Вторая неделя месяца потребует концентрации на работе. Возможно, новый проект. В личных отношениях не воспринимайте все близко к сердцу. Вы обладаете мудростью, которая способна во всем находить плюсы. Сейчас очень хороший период для тех, кто ищет новые отношения. Но главное условие, чтобы вы были к ним готовы. Свет этого периода для вас белый. Удачное число – это 3 и 7. Предупреждение.
Обязательно, чтобы в доме находилось и что-то живое. Растения, домашние животные, можете купить небольшой аквариум с рыбками. Это важно, потому что весь негатив в доме они способны взять на себя в этот период. Неблагоприятное число – это 14. Телец. Рад за вас. Вас ждет очень интересное начало марта. Для многих это станет преломным моментом. В первую очередь это касается карьеры и творческого потенциала. Если есть идея, торопитесь их реализовать. У вас есть одна особенность. Вы часто чувствуете свою вину, если не можете помочь. Я хочу вас успокоить. Не ищите причину в себе. Не тратите все свои силы на то, чтобы спасти мир. Делайте для других только то, что можете. Личная жизнь. Для тех, кто один, совет. Не время для печали. Напоминаю, что чудеса случатся там, где в них верят. Для тех, кто в паре. Возможны недопонимания и споры. Я советую вам быть мягче и не игнорировать то, что вам пытается донести, вам говорит партнер. Особое внимание уделите своему дому. Это могут быть семейные вечера, праздники за большим столом или просто генеральная уборка. Энергия дома будет сильно отражаться на вас в эти две недели. Цвет этого периода розовый и его оттенки. Удачное число – это пятое. Предупреждаю, движение – это жизнь. Не сиди часами перед компьютером или телевизором. Занимайтесь спортом. Подойдет и быстрые ходьбы, в конце концов. Это избавит от состояния дискомфорта. Неблагоприятное число – это 11. Близнецы. Обратите внимание на то, что когда вы пытаетесь успеть все и сразу, у вас получается хуже. Советую в эти две недели не спешить с принятием решения, особенно если это касается финансовых вопросов, не брать на себя всю ответственность за все, что происходит вокруг. Многим близнецам начало весны даст шанс проявить себя творчески. Важный совет всем близнецам. Откройте свой телефон. Загляните в раздел, где фото и видео. И все, что связано с негативными воспоминаниями, удалите. В этот период вам надо максимально привлекать только позитив. В личной жизни я не вижу резких перемен, но вижу, что для многих будет сложный период, особенно если конфликт в паре. Делится давно, конфликт в паре, который делится давно, финансовые вопросы. Благоприятный период с 5 по 9 марта. Свет – это молочный бежевый. Удачное число – это 1 и 8. Предупреждаю, осторожнее с физическими нагрузками. Особенно это касается тех, у кого есть травмы колен и спины. Неблагоприятное число – это 6. Рак. Весна для вас всегда как сигналка новой жизни. Это время, когда внутри все радуется и не нужен повод.
в этот раз будет так же. Обращаю ваше внимание на то, что именно сейчас ваша интуиция будет очень активна. Советую прислушиваться к ней. Особенно это касается личных взаимоотношений с людьми, дома и на работе. Шестое чувство, как его называют, поможет правильно расставить акценты и избежать лишних разочарований. Для тех, кто ищет любовь, прекрасный момент. Запомните число 12 и 14. Действуйте и не дарите своего счастья другим. В вопросах бизнеса и работы возможно продвижение по карьере. Пожалуйста, следите за иммунитетом с первых дней марта. Совет этого периода для вас красный. Удачное число – это второе. Предупреждаю, в эти две недели при усилении боли в суставах и костях не принимайте разные, пожалуйста, лекарства без назначения врача. Советую именно сейчас начать худеть, и станет вам точно легче. Неблагоприятное число – это 10. На несколько килограмм похудеть. Лев. Ваша активность не знает границ. И это начало месяца не станет исключением. От вас будет требовать внимания и близкие люди, и ваши дела. Это непросто, но вы справитесь. Прошу только об одном. Не приносите бесполезных жертв. Если не видите конкретных перспектив, лучше отойти в сторону и заняться более важным делом. В личных отношениях ближе к середине месяца будет преобладать мощная энергия страсть. Я надеюсь, что вы и знаете, как ее использовать. Для тех, кто не в паре, именно в этот период стоит проявить активность. Также советую использовать стихию огня для привлечения гармонии в жизнь. Например, чаще используйте дома свечи. Или можете просто смотреть на огонь. Финансовые вопросы не должны вас сильно беспокоить в этот период. Свет этого периода для вас черный. Удачное число – это 15. Предупреждаю, если есть головная боль в лобном или затылочном части, это организм предупреждает о дисфункции каких-то органов. Не принимайте без назначения врача лекарства. Обращайтесь за советом к специалисту. Исключите, знаете, самолечение. Неблагоприятное число – это 3. Дева, вас ждет череда удивления и открытий. В первую очередь это будет связано с человеческим ресурсом. Возможно, вас удивит поступок человека, которого вы раньше не замечали. Если так произойдет, то обязательно присмотритесь к этому человеку. Именно это может стать началом новых отношений и даже настоящей любви. Начало марта само по себе означает оживление, вдохновение. И это очень подходит к вашему настроению. Для дев, и кто находится в кризисе любого рода, у меня есть совет. Если вы хотите изменить ход события, то искусственно сами для себя создайте резкие перемены. Не имеет значения, в какой области. Может поменять график работы,
может изменить привычный стиль. Важно внести эти изменения, которые подарят вам новые события, новый стимул. Финансовые вопросы. Советую исключать все риски в первые дни марта и отложить решение финансовых вопросов на период после 10 числа. Совет на ближайшие 2 недели для вас – фиолетовый фукс. Удачное число – это 9 и 12. Предупреждаю, больше используйте в рацион питания морковь, ягоды, рыбий жир, витамин А, а также меньше используйте телефон и компьютер, если почувствовали дискомфорт со зрением в этот период. Неблагоприятное число – это 5. Весы. У вас есть дар анализировать и делать выводы. В эти ближайшие 2 недели используйте его. Для представителей этого знака начало месяца станет небольшим экзаменом. Не уходите в сторону от проблем. Очень плодотворное время для небольших проектов, которые не затянуты во времени. Помощь и поддержка обязательно придет со стороны близких людей. В личной жизни хочу напомнить поговорку: «Счастье любит тишину». Большие перспективы у тех, кто долго сомневался в партнере. Настанет ясность, которая вас обрадует и подарит надежду. Уделите, пожалуйста, время своим детям. Детская энергия уязвима в этот период. Поэтому важно и этот вопрос контролировать. Будьте со своими детьми, в первую очередь, друзьями. Вашим врагам ближе к середине месяца может оказаться информация. Советую, во-первых, все проверить, а во-вторых, не вмешиваться в свое дело. Свет, который приносит гармонию, синий и его оттенки. Удачное число – это 1 и 14. Предупреждаю, следите за гармонией щитовидной, поджелудочной железы и также за надпочечниками. Неблагоприятное число – это 13 марта. Скорпион. В первую очередь отмечу, что период обрадует стабильностью в духовном плане и приумножением ресурсов в материальном. Поэтому спешу успокоить всех, кто находится в тревожном состоянии. У вас будет возможность получить энергетическую подпитку. Для многих будет даже возможность получить легкие деньги. Совет. Купите лотерейный билет и верьте в свою удачу. Мысли материальны. А Вселенная сейчас особенно щедра к вам. В личной жизни ничего нет прекраснее, чем ощущать себя любимыми. Энергия природа располагает к этому. А если вы одиноки, подарите свою любовь кому-то. Поверьте, бумерангом добро всегда возвращается. И я рад этому. Отдельно скажу про чувство юмора. Используйте этот свой талант чаще. Ваш цвет – голубой аквамарин. Удачное число – это 15. Предупреждаю, наступило время для творчества. Начинайте делать что-то для души. Так как если будете тратить время впустую, могут начинаться неприятности. Неблагоприятное число – это 7. Стрелец. Первая неделя может быть напряженной.
А вторая неделя, наоборот, как глоток свежего весеннего воздуха. Помните, самое ценное, что у нас есть, это наш опыт. Он как маяк указывает путь и дает подсказки. Если нервы натянуты и есть ощущение тупика, я советую обратиться за помощью к духовному миру. Стрельцы способны выдержать много. Ваша сила воли как скала, но и скалы дают трещин. Мой совет – посетите места силы, которые притянут руку помощи. В семье и в отношениях могут влиять третьи лица со стороны. Начать будьте осторожны. Начало марта не подведет вас с финансами. Денежная энергия вступает в свое право, и этот период может продлиться долго. Используйте момент. Совет начала марта для вас коричневый. Удачное число – это 10-11. Предупреждаю, исключите солоную и острую пищу и следите за артериальным давлением. Неблагоприятное число – это 4. Козерог. Для вас начало весны – это возможность отдать, поделиться своей энергией. Я уже говорил об этом в прошлом выпуске. Повторяю сейчас, этот период для вас продолжится. Вам необходим энергетический обмен, а ваши близкие нуждаются в нежности и ласке. Полная гармония, которая уже скоро даст свои плоды. В первые дни марта многих будет ждать новости, связанные с недвижимостью и крупными покупками. Также в эти две недели будет активна мужская энергетика. И что это значит? Мужчины будут не только активно отстаивать свои права, но проявлять мужские качества. Это касается и дети, и мужей, и родителей. Подумайте, как можно использовать в хороших целях эту энергетику. И вторая неделя марта может обрадовать вас сюрпризом. Скорее всего, это будет связано с близким по духу человеком. Возможно, старый друг или коллега. Совет ваших двух недель – зеленый. Удачное число – это 14. Предупреждаю, следите за каждым своим словом. Помните, что слова лечат и калечат. Сначала думайте, а затем произносите вслух. Неблагоприятное число – это 6. Водолей, для вас месяц начинается спокойно. Особенно это касается энергетики дома и семьи. И сложности могут возникнуть в коллективе, например, на работе. Возможно, вас не будет слышать. Но я знаю, что даже в этом случае вы найдете нужные слова и будете бороться за свое право, быть самим собой. За это вас любят и за это многие даже ненавидят. Но это ваш путь. И ни один гороскоп не заставит вас свернуть. Первая неделя марта располагает к внезапным доходам. Если у вас есть идеи, реализуйте их. Не упускайте возможность. И вторая неделя месяца с пониженной денежной энергетикой. Однако именно ближе к середине месяца вы обратите новые цели. Контакт из прошлого может нарушить ваши планы.
на запланированный отдых, но выбрать только вам. Наиболее подходящий цвет для вас в начале марта – это желтый. Он даст, конечно, защиту. Удачное число – это 8-11. Предупреждаю, если возникнут подозрения, издайте анализы на паразитов. При обнаружении пройдите курс лечения. Неблагоприятное число – это 2. Рыбы. Легко и стремительно вы приступите порог этой весны. Широкими и уверенными шагами вы пройдете путь, длинную в 2 недели. Некоторые из вас даже не заметят, как быстро пролетело время. Дело, заботы, друзья, встречи, поездки. Мир будет улыбаться вам. Единственное, что может расстроить, это небольшие материальные потери. Это может быть вещь, а может быть упущенная вами выгода. После 9 марта может возникнуть ситуация, где понадобится помощь вашему близкому человеку. Энергия тревожная, но идет именно со стороны. Поэтому я желаю вам сил справиться и добиться результата. В личной жизни здесь информация больше для тех, кто одинок. Приятные события могут случиться ближе к середине марта. Постарайтесь выйти из тени. Цвет этого периода оранжевый, бордовый. Удачное число – это 5 и 12. Предупреждаю, не забывайте о необходимости приема пальмового масла, так как в этот период могут возникнуть проблемы с пищеварением, которые могут довести до запора. Неблагоприятное число – это 1. Друзья мои, я прочитал все, конечно, то, что вы пишете, ваши комментарии. Спасибо за это, что поделились своим мнением. Большое спасибо. Я рад, что многие и ждут каждый новый выпуск моего экстра гороскопа. Мне приятно читать, что мои советы помогают, дарят надежду, а главное предупреждают. Я вижу, что мой труд не напрасно. А это главное. Жизнь коротка, а качество важнее, чем количество. Постарайтесь быть веселыми, здоровыми, отзывчивыми, любить себя, любить других, помогать. Этот гороскоп, знаете, основан на всех моих знаниях. Экстрасенсорики, астрология, знаниях предков, знания цифр. И я постараюсь легким языком дать советы, предупреждать. И уверен вообще у тех, кто будет внимательно следить за этим гороскопом, жизнь изменится к лучшему. И судьба преподнесет удачу. Пожалуйста. Пишите свое мнение и делитесь этим гороскопом с другими. Помогайте тем людям, которые не знают об этом гороскопе. Все это я делаю вообще для вас. Все это я пишу для вас. А от вас я жду всего лишь написать несколько слов. Представьте себе, несколько слов. Или нажать несколько кнопок, и чтобы поделиться этим видео. Давайте поможем друг другу. Конечно, до новых встреч. И, наконец, хотели сказать всех женщин. Я поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Будьте счастливы и дарите миру свои улыбки.
Спасибо всем вам за то, что вы есть. Счастливо!